Добрый день! Представляем вашему вниманию легковые шины Dunlop сезона 2022 года. В новом сезоне мы предлагаем 4 ключевые модели. Это SP Sport LM705W, SP Sport Max 050+, Direza DZ102 и SP Touring R1. Каждая модель шин предназначена для автомобиля определенного класса. Новинка этого сезона – SP Sport LM705W – шина, способная перевернуть представление водителя о комфорте. Ключевые особенности модели – улучшенные характеристики при движении, пониженный уровень шума и повышенный комфорт при движении. Выдающихся характеристик шины удалось добиться благодаря инновационной технологии поглощения вибрации Шиноби. Данная технология позволила полностью переосмыслить конструкцию и оптимизировать профиль шины. Боковина имеет округлый дизайн, благодаря чему боковая стенка изгибается и работает как пружина. Это позволяет ей эффективно поглощать удары от неровностей дороги и повысить комфорт при движении. Новый профиль шины создает более правильное округлое пятно контакта с дорожным полотном. Контакт протектора с дорожным полотном происходит из центра наружу, что помогает смягчать удары на шину, понижает шум и повышает комфорт при движении. Новый дизайн протектора с большим количеством блоков позволяет равномерно распределить нагрузку в пятне контакта, а также уменьшить ударные нагрузки, приходящие от неровности дороги на шину. Это позволяет уменьшить уровень шума и вывести комфорт во время движения на абсолютно новый уровень. Зазубренный на внутренней поверхности канавок позволяет контролировать воздушные потоки на поверхности шины. Это радикально снижает уровень шума, издаваемого самой шиной. За счет более жестких блоков в плечевой зоне, узких центральных продольных канавок, а также особого состава резиновой смеси, удалось улучшить характеристики поведения шины как на сухой дороге, так и на мокрой. Благодаря уменьшенной деформации блока в плечевой зоне снижается сопротивление качению и, как следствие, улучшается экономия топлива. Шина SP Sport LM705W для тех, кто ценит комфорт передвижения по городским дорогам, а также на скоростных автомагистралях. Следующая модель – Dunlop SP Sport Max 050+, шины, разработанные для автомобилей премиум-сегмента. Ключевые особенности модели – комфорт и стабильность на высоких скоростях, высокое сцепление с дорогой и управляемость в любую погоду. Он обеспечивает повышенный комфорт и управляемость на высоких скоростях и при активном вождении. Внутренняя сторона протектора отвечает за эффективный отвод воды из пятна контакта. Внешняя сторона протектора отвечает за отличное сцепление на сухой дороге. Модель имеет оптимальную продольную поперечную жесткость блоков. Это гарантирует отличные сцепные характеристики на сухом покрытии, даже на высоких скоростях. Сплошное центральное ребро обеспечивает максимальный контроль и стабильность на высоких скоростях, а также моментальную реакцию при активном стиле вождения. Каркас, состоящий из нейлона и арамидного волокна, повышает жесткость и прочность шины, которые необходимы для стабильности и управляемости на высоких скоростях. Шины SP Sport Max 050+ отличаются максимальной стабильностью и контролем на влажной поверхности. За эффективный отвод воды отвечают широкие канавки. Их расположение было продумано для оптимального распределения давления в пятне контакта. Еще одна особенность модели – запатентованная резиновая смесь, созданная при помощи технологии 4D нанодизайн. Благодаря ей удалось добиться максимального сцепления на влажной поверхности. SP Sport Max 050+ – флагманская шина для уверенной и комфортной езды на любых скоростях. Шина Dunlop Direza DZ102 для серийных автомобилей со спортивными характеристиками. Основные особенности модели – повышенное сцепление с первых минут движения, стабильность на высоких скоростях и при маневрировании, а также цепные свойства на мокрой дороге. За счет широких центрального и боковых ребер удалось добиться стабильности при движении по прямой и на высоких скоростях. Специальные срезы на блоках протектора, а также брекерный пакет повышенной жесткости уменьшают вероятность возникновения неравномерного износа. Брекерный пакет – это часть конструкции шины, которая включает в себя несколько слоев брекера. Применение пятиступенчатого протектора и оптимальное расположение его канавок обеспечивает пониженный шум при движении. Стабильная эффективность торможения как на сухой, так и на мокрой дороге – заслуга нового состава резиновой смеси, а также специальных граней на плечевых блоках. Материал включает высококонцентрированный антискользящий углерод для ускоренного прогрева протектора, а также силику для сохранения его эластичности.
Площадь контакта нового технического углерода с полимером увеличена, что положительно сказывается на износе стойкости, а также ускорении прогрева резиновой смеси и, соответственно, повышении сцепных свойств. Нейлоновый каркас, опоясывающая лента и усиленный брекер повышают жесткость протектора, что положительно сказывается на управляемости на любых скоростях. Direzza DZ-102 – выбор водителей, предпочитающих активный стиль вождения. Dunlop SP Touring R1 – стандартные шины для легковых автомобилей. Ключевые особенности модели – это пониженный расход топлива, стабильность при маневрировании и управляемость на мокрой дороге. Шина SP Touring R1 получила новый дизайн протектора. Три продольные широкие канавки, а также узкие прорези обеспечивают оптимальный отвод воды из пятна контакта, что повышает сцепление на мокрой дороге. Асимметричный рисунок протектора понижает уровень шума. Переменная жесткость протектора позволяет перераспределить нагрузку между центральной частью и плечевыми зонами. Это обеспечивает стабильность при маневрировании. За счет скругленного профиля шина сохраняет форму даже под нагрузкой. Это обеспечивает стабильность при управлении, низкое сопротивление качению и, как следствие, экономию топлива. Новый материал протектора с модифицированным полимером был разработан при помощи технологии 4D нанодизайн. Применение нового модифицированного полимера в составе протектора позволяет снизить его нагрев, но при этом сохранить его жесткость и эластичность. Он обеспечивает шинам отличное сцепление на мокрой поверхности, а низкое сопротивление качению позволяет экономить топливо. Dunlop SP Touring R1 – шина для компактных автомобилей с улучшенными характеристиками на влажной поверхности, обладающей пониженным расходом топлива. Для внедорожников в новом сезоне мы предлагаем 4 основные модели. Dunlop SP Sport Max 050+ SUV, Grand Trek AT5, Grand Trek PT3 и Grand Trek MT2. Каждая модель предназначена для определенного класса автомобилей и определенных условий эксплуатации. Дорожные шины Dunlop SP Sport Max 050+ SUV разработаны для внедорожников премиум-сегмента. Ключевые достоинства этой флагманской модели – это отличное сцепление с дорогой в любую погоду, стабильность при маневрировании и на высоких скоростях. Главная особенность модели – это уникальный асимметричный дизайн протектора. Он гарантирует стабильное поведение шины при маневрировании, а также на высоких скоростях. Внутренняя сторона протектора отвечает за отвод воды из пятна контакта при движении по мокрой дороге. Внешняя сторона протектора отвечает за отличное сцепление на сухом покрытии. Модель имеет оптимальную продольную поперечную жесткость блоков. Это обеспечивает отличный контакт шины с дорожным полотном, а также обеспечивает отличные характеристики сцепления и торможения на любых покрытиях. Сплошное центральное ребро обеспечивает идеальный контроль при активном вождении, а также обеспечивает моментальную реакцию при рулении. Каркас, состоящий из нейлона и арамидного волокна, обеспечивает оптимальную жесткость и прочность, подходящую для тяжелых внедорожников. Это обеспечивает стабильную управляемость на высоких скоростях. Шины отличаются максимальным контролем на влажной поверхности. За эффективный отвод воды из пятна контакта отвечают широкие продольные канавки. Кроме того, они расположены так, чтобы оптимальным образом распределить давление в пятне контакта. Еще одна особенность данной модели – это запатентованный состав резиновой смеси протектора, разработанный при помощи технологии компьютерного моделирования 4D нанодизайн. Она помогает улучшить сцепление шины с мокрой поверхностью. Дорожная шина SP Sport Max 050+ SUV обеспечивает максимальный контроль при любой погоде. Dunlop Grand Trek AT5 – вседорожная шина с улучшенными дорожными характеристиками. Ключевые особенности модели – повышенная устойчивость к износу, в том числе неравномерному, и улучшенные характеристики на мокрой дороге. Рисунок протектора из длинных объединенных блоков обеспечивает равномерное распределение давления в пятне контакта. Это позволяет достичь отличного сцепления как при движении по прямой, так и при маневрировании. Удалители камней в плечевых зонах позволяют защитить шину от повреждений. Что касается компаунда, структура суперабразивного углерода предполагает более прочные связи между молекулами углерода и полимером. За счет этого улучшаются цепные характеристики, возрастает износостойкость и стабильность на высоких скоростях. Шина Grand Trek AT5 показывает отличные характеристики на бездорожье, при этом сохраняет хорошие показатели на асфальтированных дорогах и подходит для автомобилей класса SUV, CUV и пикапов. Шина Grand Trek PT3 –
разработаны для внедорожников для использования в городской среде. Ключевые особенности модели – улучшенные характеристики управляемости на твердых покрытиях, низкий расход топлива и долговечность. Ребра протектора имеют увеличенную ширину и расположены оптимальным образом для распределения давления в пятне контакта. Это снижает вероятность возникновения неравномерного износа. Улучшенные характеристики управляемости делают поведение автомобиля более плавным при маневрировании. Эксклюзивный состав резиновой смеси с высокой адгезией улучшает характеристики торможения и сцепления на мокрой поверхности. Новый модифицированный полимер снижает степень нагрева материала, при этом сохраняя его жесткость и эластичность. Данный эффект позволяет снизить расход топлива и повысить износостойкость. Grand Track 5.3 – шины для городских внедорожников с высоким ресурсом и пониженным расходом топлива. Dunlop Grand Track NT2 – это шина для бездорожья. Самоочищающийся рисунок протектора обеспечивает прекрасную проходимость автомобилю по песку, грязи, камням и гравию. Благодаря крупным шашкам центральной части протектора, а также мощным боковым грунтозацепам, шина великолепно ведет себя на слабонесущих грунтах. Шина Dunlop Grand Track NT2 прекрасно справляется с бездорожьем, в том числе тяжелым, и при этом великолепно ведет себя на асфальтированных дорогах. Итак, мы представили вам актуальные модели летнего сезона 2022 компании Dunlop. Если у вас остались какие-то вопросы, оставляйте ваши комментарии под видео ниже. Жаворонков Александр, технический специалист компании Dunlop, специально для колесо.ру.